Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр. Я приветствую вас на нашем новом проекте «Красивый дом в красивом месте». Это уже второй выпуск в рамках этого проекта. Сегодня я отвечу на основные возражения и вопросы, которые были заданы нашими подписчиками в комментариях под прошлым первым сюжетом об этом проекте. Самое главное возмущение наших заказчиков – это была, конечно же, цена. Я предвидел эти вопросы, но не стал на них заранее отвечать в первом видеосюжете. Давайте поразмыслим, а вернее посчитаем вместе. Вопрос цены предлагаю обсудить на первом объекте, который я предложил. Это 100 метров квадратный дом, одноэтажный, в стиле фахверк, с большой террасой квадратных метров. Находиться этот дом будет на участке 10 с лишним соток со всеми коммуникациями. Как я уже и сказал, степень сдачи дома практически готовая к проживанию, за исключением чистовых внутренних отделочных материалов, которые заказчик выберет себе сам. Для того, чтобы провести какую-то параллель, и чтобы вы, наши дорогие подписчики и уважаемые, поняли, что это более чем адекватная цена, предлагаю рассмотреть альтернативу. Значит, этот коттеджный поселок находится всего в 10 минутах езды от жилого комплекса «Северная долина», которая в непосредственной близости от станции метро «Парнас». Если без пробок, всего 10 минут езды от коттеджного поселка до Северной долины. Если пробки, то хоть в Северную долину не проехать, то к этому коттеджному поселку займет какое-то определенное время, в зависимости от того, с какой стороны ехать. Итак, если перейдем на сайт застройщика Северной долины, не хочу делать им ни рекламу, ни антирекламу, но вынужден провести такую ценовую параллель, и вы увидите, что максимально приближенная по площади квартира – это 89 квадратных метров стоимостью 6,5 миллионов. Если вы задумаете еще приобрести паркинг в этой Северной долине, то стоимость его начинается от 400 до 500 рублей. Итого, как мы видим, общая стоимость трехкомнатной квартиры площадью менее 90 квадратных метров и паркинг-места составляет почти 7 миллионов. В моем предложении это 8200. Друзья, но у вас вместо 80 квадратных метров 100 квадратных метров своего собственного жилья, без каких-либо соседей, без вот этого муравейника. У вас свое, не одно паркинговое место, а целых два, а при желании можно сделать и три. У вас, кроме самого жилого контура, еще и фундамент, друзья. После того, как я почитал ваши комментарии, когда я обращался с просьбой посоветовать мне вид фундамента. Хочу у всех попросить совета, ставить на паузу и написать в комментариях тот вид фундамента, который вы бы посоветовали заказчику сделать на этом участке с таким большим уклоном под дом из фахверка. Я, конечно же, знал, что большинство из вас предложит цокольный этаж. И на этом объекте, на этом конкретно участке, именно этот вид фундамента и будет применен. Для того, чтобы безошибочно и не сильно дорого выполнить работы по возведению этого цокольного этажа, я со своим помощником Сергеем съездили даже в Финляндию и получили там полную консультацию по возведению таких видов фундаментов. Об этом будет отдельное видеосюжет на нашем канале. Итак, друзья, вы получаете в свою собственность участок земли, своей собственной земли, 10 с лишним соток. Вы получаете на нем дом, площадь жилая которого 100 квадратных метров, террасу квадратных метров и целый цокольный этаж под всем домом, который можно использовать как два паркинг-места, котельную и подсобные помещения. Кроме этого, на самом участке вы сможете спокойно разместить автомобили своих гостей, сделать беседку, барбекю, построить даже баню. Земли более чем достаточно для всех этих строений. И вы не будете испытывать абсолютно никаких проблем, тех проблем, с которыми постоянно сталкиваются жители многоэтажек и таких больших жилых комплексов, как, к примеру, Северная долина. Причем разница в стоимости паркинг-места и квартиры 90 квадратных метров и всего, что я перечислил ранее на этом участке, составляет всего лишь 1 миллион 700 тысяч. Как вы думаете, участок в 10 соток в 10 минутах езды от Санкт-Петербурга может стоить 1 800 000? Конечно же нет. Возможно, возникнут возражения в плане внутренней отделки, ведь дом, который я предлагаю, он действительно без чистовой внутренней отделки. То есть там не будет обоев, которые выберут себе заказчики, там не будет чистовой кафельной плитки, которую выберет себе заказчик на свое усмотрение, там не будет чистовой электрики, люстры, выключатели, розетки и так далее. Все остальное будет, и я вас уверяю, друзья,
что в Северной долине, как и в любом другом многоэтажном строительстве, всех этих материалов также нету. И когда человек покупает квартиру якобы с отделкой, то в любом случае и окна, и двери, и розетки, и унитаз, все там нужно менять. Либо жить с этим какое-то время, пока не соберете денег на ремонт. Здесь я решил не идти по такому глупому пути и не монтировать там какие-то чистовые отделочные материалы, которые в дальнейшем заказчику не понравятся, и их придется менять. Никто так не делает, и я так делать не собираюсь в строящемся готовом жилье. Были такие комментарии возмущенные, как так 10 миллионов за каркас. Во-первых, это не каркас. Этот дом построен в стиле фахверк, и основным его несущим каркасом будет каркас, выполнен из клееной балки. Стоимость этой клееной балки гораздо выше, чем стоимость доски, из которой строятся классические каркасные дома в нашей компании или в какой-либо другой. Стоимость таких домов под ключ или на каких-то промежуточных этапах вы можете найти на сайте любого из производителя подобных домов. И я вас уверяю, что суммы там просто заоблачные по сравнению с тем, какие суммы предлагаю я. Стоимости таких домов на сайтах моих будущих конкурентов в этой области превышают стоимость моего предложения вместе со стоимостью участка. Это вы с легкостью можете проверить на просторах интернета. Стоимость участка в этом коттеджном поселке вы также можете с легкостью узнать, перейдя по ссылке в описании на сайт этого коттеджного поселка. Я не скрываю ни название его, ни местонахождение, ни тем более его сайта. Что касается стоимости, друзья, я заложил в стоимость своего проекта «Красивый дом в красивом месте» не коммерческую стоимость этого участка, а ту стоимость, которую мне дал коттеджный поселок. Поверьте мне, они дали мне очень хорошую скидку. С каждой сотки порядка 50 тысяч рублей. И это на 10 сотках уже 500 000. Что касается покупки участка в коттеджном поселке, многие зрители наверняка не дадут соврать. И если в вашем случае были такие моменты, то прошу написать в комментариях, дабы поддержать мою мысль. Ведь зачастую, когда покупается участок, люди даже не предполагают, в какую ловушку они иногда попадают при покупке участка в коттеджном поселке. Ведь после покупки идут следующие платежи, которые неизвестны на рубеже самой покупки. Подключение к электричеству. Ценник иногда доходит до 100 тысяч рублей. Получение разрешения на строительство. Ценник доходит до 100 тысяч рублей. Подключение газа. Зачастую стоимость этой услуги варьируется от 300 до 600 тысяч рублей. Я очень часто от своих заказчиков слышу подобные жалобы. Люди, имеющие на своей границе с участком газ, не могут позволить себе завести этот газ к себе в дом из-за этих высоких цен. Исследование грунта. Качественное исследование грунта стоит порядка 30-70 тысяч рублей. Экологическая экспертиза. Это тоже немалые деньги, которые необходимо заказчику потратить для того, чтобы понять, можно вообще ему жить на этом участке или нет. Все эти данные мы вам предоставим, и они включены в стоимость участка, соответственно, всего проекта «Красивый дом в красивом месте». Что касается коммуникации, они также включены в стоимость того проекта и той цены, которую я объявил в первом видеоролике, 8200 рублей за этот дом. Я по умолчанию решил для себя, что в этом доме будет жить семья из 3-5 человек. Поэтому как минимум Астра-5 биостанция предусмотрена на этом объекте. В том случае, если необходимо будет поставить большую станцию по своему объему или функционалу, соответственно, будем пересматривать цену, но поверьте мне, разница там совсем незначительна. Кроме того, водопровод, подключение к водопроводу, канализация – это все включено в эти деньги. Черновая электрика также включена в стоимость того проекта, который я объявил в первом видеоролике. Все, что я перечислил выше, это все входит в 8 200 000 рублей, за исключением подключения газа к самому дому. Эту функцию и эту стоимость я объявить, к сожалению, вам не могу из коммерческих соображений коттеджного поселка. Но я ее обязательно скажу тому, кто решится приобрести этот проект. И поверьте мне, цена вам более чем понравится. Именно эту стоимость коттеджный поселок выделил только для моих объектов. Что касается второго объекта за 10 миллионов, тут вообще не с чем провести параллель, если только вы не зададитесь целью и не определитесь самостоятельно на просторах интернета, сколько стоит подобный дом. Поверьте, вы будете крайне удивлены в положительную сторону. Я ценник тут не загибаю вообще. И недаром я сказал в конце прошлого видеоролика, что на старте любого проекта цена минимальная. И у вас есть возможность, уникальная возможность, получить именно это готовое решение, участок
выбранный мною лично, и дом, построенный мною лично, из качественных материалов, с правильными технологиями, за минимальные деньги. На этом, я думаю, что все вопросы я закрыл, на все вопросы ответил, а вам уже принимать решение. Пишите в комментариях все, что вы об этом думаете, делайте правильные выводы, а самое главное, правильные действия. С вами, как всегда, был Александр и наш новый проект «Красивый дом в красивом месте». Пока!